Вот поле после уборки картофеля выглядит примерно так, с такими следочками. В этом году лето жутко дождливое, вон прекрасно видно, что на поле вода стоит. Не знаю, каков был тут урожай картошки, но лягушек на поле точно можно выращивать, продавать французам. А чё, тонна картошки, килограмм лягушек, по цене-то, наверное, одинаково, а возьми меньше. Чё-то наш фермер не догоняет тему лягушачьих лапок. Вон около нырявочки мужик какой-то. А, это пацаны бегают. Рыбу, что ли, ловят? Поснимаем их. Крупным планом. А заодно и поле лягушачье. Пена ползет. Не хуже, чем от пива.